Всем привет! Сегодня хочу записать первое впечатление и вообще такой первый взгляд кинуть на нож Cold Steel Recon Tanto. Этот нож мне подарили на Новый год, батя подарил на Новый год, спасибо большое. Нож на полке не залежится, будет в работе, будет в поюзе. В общем, давайте я вам расскажу про этот тесак. Буду снимать не за столом, чтобы показать нож в масштабах тела. Вот так сказать, потому что тесак реально такой знатный и здоровый. Посмотрите на него, а? Страшный, огромный. Первые мысли: менты поймают с таким, все, отберут, посадят. Но нет, тут фишка в чем. Cold Steel как бы не дураки сидят. Они нож не специально для России проектировали, но сделан он таким образом, что по нашим законам он не является холодным оружием, а все, что не запрещено, значит разрешено к ношению. И, в общем, в CRT написано, что вынос острия на длине обуха превышает 5 мм. Что это значит? Это значит, что тут не прямая линия, а вот прогиб идет и вот задран вверх кончик. Теоретически это при пырянии у тебя как бы нож из руки будет выворачиваться, но, на мой взгляд, это вообще фигня. Вот, ну, то есть абсолютно легально к ношению, не посадят вас, не отберут, если, конечно, не набедокурите, да, с таким ножом большим. Вот, нож у меня с покрытием, моделька это из стали АУС-8, есть еще из трехслойная, это центральный слой из Санмэй стали, очень хороший. Обкладки из АУС-8 и вот такой вот ламинат, так сказать, бутерброд есть. Ну и там клинок без покрытия. Там сталь, конечно, повыше уровнем, но и стоит он, конечно, да, гораздо дороже. Такой нож в США стоит $150, можно дешевле найти. У нас в России тоже примерно столько же. А нож из более дорогой, с премиум сталью, он уже дороже тысячи на 2, на $100, в общем. В общем, не вижу я смысла пока переплачивать. Может, потом, конечно, это все проявится. Вот. Покрытие говёное. Все говорят, полная хренотень. Если кому интересно, я посмотрел, сейчас уже по форумам полазал, посмотрел, обзор есть на канале у Дениса ГГ. У меня есть ссылочка в рекомендованных, наверное, на него. В общем, у него там есть полный разбор этого ножа и все такое. Он даже на час есть видео, как он там режет им еду, готовит чего-то. В общем, рекомендую посмотреть, кто так плотно заинтересовался. Но там, конечно, никаких открытий вау не делается, сенсаций тоже. Ну, покрытие облезает, сталь тупится, все нормально. В общем, по клинку, клинок, да, мы уже поговорили, толстое покрытие. Есть у него вот здесь вот незаточенная часть, да? Это для того, чтобы можно типа как палец сюда поставить, да? Для более тонких работ. Вот, и чувствуется баланс, улучшается очень хорошо, улучшается, когда ставишь сюда палец. Уже так можно что-то аккуратненькое делать, но это очень опасно, очень опасно. Палец, если соскочит, не дай бог. Это все. Вот здесь вот, если будет разрез, в общем, осторожней. Осторожней с ножом. Когда вот так вот берешь нож, да, все. Это я перчатки медиум ношу, да? А кто XL носит, у них места не останется тут на рукоятке. Вот, кстати, у Фалька тоже вот такого типа рукоять, да? Тоже отверстие есть, вот такого же примерно таких размеров. Тоже говорят многие, коротковато. Ну и вот я говорю здесь, ну, смотря каким хватом браться, но можно было подлиннее сделать. Вот. Ну, отверстие для темляка есть. Я поставил темляк, потому что чувствую, что им уже придется рубить. Обязательно нужен темляк. Рукоятка здесь такая мягкая, мягкая прорезиненная. Но резина такая довольно плотная. Кротон вроде бы. Довольно плотная. Нож фиксируется вот за эти места. Вот тут вот фиксируется в ножнах.
Вот видно, вот здесь вот. По ножнам. Ножны здесь многофункциональный подвес, такая штучка. Можно ее поставить повыше, можно пониже, можно боком, можно наискосок, как угодно. Я выбрал для себя вот этот идеальный вариант. Если чуть ниже, неудобно, чуть выше, неудобно. Тут есть еще более тонкая регулировка, можно сюда поставить. А я пробовал, вот вмятинки. Но все-таки идеально вот это нашел. Идеально, и в принципе в закрытии тоже идеально. Вот закрыл, вот здесь, извиняюсь, что кресло так скрипит. Старенькое уже, раз и вынул. На самом деле этот хлястик вообще нафиг не сдался. Можно без него, нож и так идеально сидит. Никогда не выпадет. Ну, я сколько ни тряс, не выпадал. Может потом разработается. Нужно будет нагреть, поджать. Но тут еще другой вопрос. Этот пластик, он при нагревании, его можно ли как-то формировать? Это формовать? Неизвестно. Это не Kydex. Это не Kydex. Написано Cold Steel Secure X. Вот, не Kydex. В общем, не знаю, что с ним будет. Как нож можно вешать? Можно вот так на пояс просто вешать. Здесь у меня паракорд, можно вокруг ноги еще. Потому что, когда вы просто вешаете на пояс вот таким образом, дергаете за рукоятку, он вот так загибается, в общем, и не вытаскивается. Нужно палец обязательно сюда ставить и вот так доставать. А если вы вокруг ноги еще вот паракордом, тогда можно дергать и все нормально будет. Паракорд позволяет также повесить вот таким вот образом на спину только, да? Пояс вот здесь пропустить. По-всякому. Я уже по-всякому попробовал. Но даже пробовал с помощью клипсы сплав на молле вешать. Нормально, но не то. Не то. Вот так вот. И паракорды немножко, чтобы на пояс надевать. Опытным путем я выяснил, что как бы паракорда нужно именно столько, ни больше, ни меньше. Если больше, уже неудобно. Если меньше, не хватает. Поставил сюда кордлок. Этого ничего не было. Все сам поставил. Ну и темляк, конечно, тоже сам связал. В общем, что неприятно было, что вот за несколько дней уже вот здесь вот потерлось. Я жду, не дождусь. Жду, не дождусь. Как поеду, начну им полежки кромсать, все кромсать, но уже вон кнопка потерлась. Клиночек чуточку потерся, а ножны изнутри. Это нормально считается. Таких ножен, в принципе, минус только, на мой взгляд, один. Если вы грязный нож туда убираете, вы потом хрен вычистите. А так у них только плюсы. Ну, там они еще влагу там вся не вбирают, как кожаные. Так, в принципе, одни плюсы. Мультиподвес, так, сяк. Раз, два, в общем, нормальные ножны. Ножны достойные. Ну и нож пока что выглядит достойным. Давайте еще раз макро пройдемся. По ножу. Надписи на клинке. Cool Steel. И, ну, я, кстати, удивился, когда не увидел надписи с маркой стали. Уже правил на пасте. Здесь обратите внимание, как эта точка сделана. Блин, фокус на кофте все идет. Мне кажется, не совсем ровно здесь сведено все. На кончике. Но видите, уже здесь пятнышко от ножен. В общем, будет весь в боевых шрамах. Так, и ножны еще вблизи. Подвес самый обычный. На ремень можно расстегнуть, чтобы ремень не снимать. Вот такая вот штука. Большое спасибо. Хороший подарок. Знатный. Будем тестировать. И, конечно же, увидимся в следующих видео. Всем пока!